Всем привет! Это снова канал Fighting Frame. Меня зовут Брэндон. Сегодня я первый раз буду стримить. И стрим мы начнем, естественно, с тренировки. Играю я за персонажа Рю. Естественно, с первым трой. Вообще сейчас главная такая штука перед тем, как пойти в онлайн, это обязательно посетить тренировку, дабы размяться, вспомнить все комбо, и однофреймовые, и двухфреймовые. Недавно совсем открыл из себя интересную штуку зарю. Вот это абсолютно бесполезная, но эффектная и красивая. Вообще, как можете заметить, при игре за Рю со временем все его линки, даже однофреймовые, делаются почти на автомате. Размявшись с комбайном, можно смело идти в ранкет. Кстати, подскажите, пожалуйста, в чате, как слышно, как музыка, как изображение. Так, ну, буду надеяться, меня хорошо слышно. Начнем мы с ранкида. Возможно, закончим эндосом. И сейчас заодно посмотрю, с кем можно будет поиграть. Обязательно поиграем с Реваном. Пригласим Кайла. И, может быть, позовем МТК SF4, у которого почти 20 тысяч БП за бланку. Привет, Вальтель, очень радостно тебя видеть в чатике. И первый игрок — это русский Акума. Посмотрим, что он сможет нам показать интересно. Ну, как я всегда говорил, ПП не говорят ровным счетом ни о чем. Во всяком случае, для меня. Ну,
пытается в обороне играть. Такие моменты как раз и полезно зайти. Понимаешь всю пользу, проведенные там 5 минут в тренинге. Испугался игрок стоять в углу и решил выпрыгнуть. Так, Вега Клоу, тоже очень неплохой Вега, но он решил взять Балрога. Тем интересней. Потому что очень легко ловится на ДП вот так вот. Не среагировал я на ультро. Порвал свой любимый на фреймовый линк. Ну ничего страшного. Плюс длинных комп именно в том, что не дают стан. То есть иногда можно метр весь просадить, и тогда стан наступит довольно быстро.
Только не говорите мне, что это второй объекти. Нет. Но коннект, конечно, не ахти. Удивительно, как при таком коннекте получился двухфреймовый линк. Теперь он не получился. Один из тех матчей, которые ждешь, не дождешься, когда закончится. Не спешат сегодня оппоненты. Сказывается все-таки пол первого. Костолома, ты за Акуму играл? Ну, Костолом, бывает. Надо было тебе... прессинг все-таки идти. Не получился стрейджамп. Надо было чуть-чуть подальше. Ну что, постреляем. Хотел ультру сделать. Вышел XTP.
никогда не стоит прыгать в углу, если вам только не грозит СПД от сета. Всегда лучше отстояться, отблочиться, отзониться нормалами. Да, я попадаюсь. Надо было на самом деле сделать эту цимаку возле себя. Автокоррект сработал корректно. И принесли мне победу. Не боится на вейке сувать ДП. Ну, я тоже. Обычно, когда сет отходит, он пытается поймать его. Нуль троп. Все равно продолжает прыгать у меня на вейке. Так, я почему-то не использовал ФДЦ. Эх, сорвалась у меня эксовый Тацумак, вместо этого вышла обычная. Ну, бывает, ладно. Странно, ничего не попытался сделать, хотя мог и телепорт использовать. И уже в третий раз. Нас преследует один и тот же игрок. При этом все три раза играет за разных персонажей. Что, конечно, уважение и почет. Да, ДП было лишь вопросом времени, но он, тем не менее, не боится второй делать. Перенервничал. Сделал ультру на ровном месте. Такого, естественно, делать никогда не надо. Очень уж боится прессинга, поэтому постоянно сует ДП.
Эх, не получился супер. Не страшно. Сагату сейчас главное увидеть, что у меня есть супер. И не стрелять просто так. А чё ты говоришь? Когда видите супер Урю, не стоит слишком сильно забавляться с фаерболами, в том числе и Гайлу. Но Гайлу, естественно, в меньшей степени. Четвертый раз. Все-таки берет второй раз сета. Пока сохраним. Да, поймал. Странно, что не делает СПД. Эх, и странно, что у меня не выходит ДП. Ничего он не сделал против броска, хотя мог всунуть бросок. По максимуму снизим дэмэдж. Слишком много мешит ДП, ему это, естественно, не на пользу. И вообще, абьюз таких легко наказуемых опций ему, конечно, в плюс не идет. Да, не спешат, не спешат противники. Может быть, имеет смысл создать Endless. Да, Ремонт зашел и вышел сразу. Заходит к нам игрок с ником Седьмой Самурай. Которому позарез нужны сильные соперники. Ну ладно.
Сделать комбу на полный метр, это около 400 урона. Я ничего не сунул, странно, обычно. О, хорош. Нет, ну тут он, конечно, жутко слупил. Я, естественно, тоже. Не стоило ему Standing Hard Kick делать. Потому что если первый удар заблочен, сидя, то может последовать просто дикое наказание.